январь 2022 года продолжает забирать известных людей. Сегодня стало известно об уходе из жизни еще одного знаменитого человека. Умер актер Алексей Гирилович. Этот актер известен более чем по 60 ролям в фильмах и сериалах. Он начал сниматься в кино в середине нулевых годов. Свою первую роль он исполнил в сериале 2005 года «Воскресенье в женской бане». Он сыграл охранника. Также Алексей Гирилович снялся в проектах «Глухарь», «Универ», «Отдел», «Интерны», «Карпов», «Домашний арест» и в других лентах. Стоит отметить, что актер продолжал сниматься в кино практически до последних дней. В 2021 году вышло несколько фильмов с его участием. Кроме того, премьера еще одного сериала запланирована на 2022 год. На текущий момент причина смерти Алексея Гириловича неизвестна. В открытых источниках можно лишь найти информацию о том, что актер не выходил на связь и был обнаружен в своей московской квартире другом, который открыл дверь своим ключом. Также сообщается, что смерть Алексея Гириловича наступила по естественным причинам. Впрочем, по факту его ухода из жизни проводится проверка. Алексей Гирилович умер 11 января 2022 года. Ему было 48 лет. Светлая память актеру Алексею Гириловичу. Также напомним, что сегодня стало известно об уходе из жизни известного журналиста и телеведущего Михаила Зеленского. Все подробности вы сможете узнать из видео, которое появится в подсказках через несколько секунд. Подписывайтесь на канал.